Железнодорожная станция «Лесной городок» – важная точка транспортного каркаса для местных жителей. В рабочие дни ей пользуются около 3000 пассажиров. На данный момент здесь продолжается масштабная реконструкция. На платформе появятся навесы от осадков, современное освещение, система навигации и информационное табло с расписанием. Совсем скоро поездки станут еще комфортнее. В настоящее время железная дорога проводит мероприятия по строительству платформ, кассовых павильонов, подземного пешеходного перехода и путепровода через железнодорожные пути на станции «Лесной городок». Уже завершено строительство пешеходного перехода. Кроме того, в настоящее время муниципалитетом выполнено строительство парковки на 94 машиноместа и разворотно-посадочной площадки для общественного транспорта. Еще в районе станции «Лесной городок» пройдут работы по благоустройству сквера. Реконструкцию планируют завершить до конца 2022 года. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».